Здорово тебе! Ну что, я прям вот серию записываю, я прям не выхожу из игры, поэтому... А я думаю, шестеренка нам понадобится. Шестерни должны подходить под свои оси. Если они... После их совмещения квалифицированный персонал, это вы, несет ответственность за управление шестереночной кнопкой. Так, что-то значит внизу и что-то выкинет на шестеренку. Вам пора идти. О. А что у тебя голос такой ни разу не секси? В смысле, злобный какой-то. Я что-то сделал. Обосрался. Опять с этими шарами сраными. Что-нибудь вниз, но это вот это было. Это, блядь, Silent Hill какой-то. Ни туда и ни сюда, да? Один ключ найден. Два не найдено. Один найден, два нет. Ладно, надо еще один дырочек. Это мы сейчас перекроем газ. Все, газ перекрыт. Сука, дверь нельзя открыть, но у меня зато есть ручка. Thank you.
Так, ты последний, да, спас? Одно что-то отключил. Обратно вверх. Наверх, обратно мне. Так, теперь там, где газ. Да, блядь, не люблю эти платформинги всячески. Прыжки эти жопные. Есть. Остался один ключ. Повторяю. Остался один ключ. А потом, кажется, еще, блядь, 50. Меня раскрошили на пол, как хороший яблочный пирог. И вот, друг мой, я перед тобой, фигурально выражаюсь. Рост 6 футов и дерзкий хвостик. Я думаю, ты согласишься, что ни в одной сказке не сыщется такого шикарного героя. Рыжий, созданный Филиппом. И все же, во время нашей последней встречи ты не слушал моих советов. Прикрывай минералы. Как заскаканных младенцев. Зачем ты пришел в это место, когда у тебя было столько летучих крыс, которых можно было жевать, пережевывать? Более того, ты ведь мог унаследовать, захватал подземную историю. Зачем? Зачем? Че за, блядь? Марио, ёбаный в рот. Да, блядь. Ой, да не нахуй. Да в пизду тебя. Выход свободен. Пожалуйста. Ага. Покиньте территорию, пока вас не выдворили. Сейчас, блядь. Сейчас обратным путем, да? Обратно все же легче. Честно говоря. Иди нахуй, бочка. Да, блядь, сука, съебала нахуй. На. Какое же это дерьмо, блядь. Ой, да нахуй иди. Надоело мне вот карабкаться без конца. Так, теперь мне надо вверх.
мне? Где я? Вы меня еще слышите? Он обещал мне смерть, тот безумец, а я отказался. Я думал, что моя жизнь будет подвластна мне всегда. Не совершайте моей ошибки. Посмотрите, вот я заперт здесь, как в ловушке. Кругом темнота. Дали сбой, или то, что их ошибочно считали универсальными. Да где же конец-то, блядь? Концовку давай. Уже сколько можно по вашим там, заданиям бегать? Хули ты шагаешь? Здесь нет никого. Друзья, я настолько без ума от тебя, что я не могу оставаться, прости мне этот каламбур, безумным. И именно потому, что мы друзья, я не сломаю тебя, как того скучного эллопа. И мы сбежим из этого места, ты и я, или окажемся запертыми здесь навечно. Лично для меня все одинаково. Есть сколько ключей? А, пока ничего не сказано. Еще лестница. Чем жечь просто воздух? А чё мне жечь-то? А, еще третий. Мне надо что-то кинуть, да? Сейчас бегаешь. О, ну-ка. Понятно, сейчас значит бегаешь и, блядь, чё там жечь можно. Такая тупость вообще. Тупая игра, блядь.
бессмысленно какая-то, просто типа вот, дается тебе ряд раундов, блядь. Ты бегай, думай, что за хуйня. Пугающей истории нету. Второй ящик тоже есть. Остается один ящик. Ключей в окружающей среде один. Так, а если я... Ну-ка, а чё вот, если я пойду в топку закину? Чё не будет? Шесть, четыре, девять, семь.
Ну-ка, давай, может, типа, и надо просто дрова поджечь. Типа, просто печку растопить. Да, блядь, что за хуйня? Блять, господи, ты можешь нормально крутить? Ладно. Пока я не знаю, к чему это приведет. Может, это в печке это давление 2 дать, чтобы эти задвигались. Ну-ка, сейчас. Медиум скоро выходит, я вот не знаю, стоит ли ее брать или нет. Вода закипела. О, платформа заездила. Thank you.
6, 4, 9, 3. Пожалуйста, покиньте территорию, пока вас не выдворили. Так, а здесь все, да? Так, надо еще третью завести, пойти посмотреть. Че, третьи какие перемены? Ой. Шея уже болит так сидеть. Мне кажется, можно было сразу всех их крутануть, да и все. И не париться. Где? Да, и все. Господи. Шесть, четыре, девять, семь. А, понятно. То есть, блядь, все в печи нельзя включать, только типа по одной. Сука, тут, блядь. Нежно тройка. Короткий путь это нашел, все, мне тут лифт не нужен. Даже с помощью дойки получается. Поэтому мне надо. Блин. У меня уже затылок чешется от этих. От этой беготни туда-сюда. А я меня забыл. Thank you.
блокады. Я не знаю, мне кажется, вот сюда эту всю хуйню надо скидывать. Так, включи все наши. Один. Сука. Надо вернуться. Блять. Так, а как мне потом сюда подняться? Типа, может, я теперь усилил испарение? Меня закрыли. А, типа скример, да, был? Пугающий. Окей. Так что быть. Я куплюсь. Чуточку не успел. Расстояние, блядь, везде разное. Где-то надо прыгнуть, где-то не спешить. Игрок, твое путешествие почти. Блядь, как ты можешь в воздухе назад сдавать, кретин тупой? Сука, я сейчас здесь. Растануть. Блять! Да что ж, не срастухи, я хочу уже быстро пропрыгать. Тут нет, надо аккуратно, да. Ладно, я подожду. Так. Буду повнимать. Хорошо. Я тебя понял, я услышал тебя. Молодец. Аккуратно спрыгнешь всего. Да. Игрок, твое путешествие почти окончено. Да, слава Пожалуйста, богу. Пожалуйста, не бросай меня здесь. Кого тебя здесь? Существительные? Истина это. Так, ладно, на этом все, так что давай. До
свидания.